Да. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Мы хотим создать Пинскую Народную Республику. Приглашаем вас в добровольческий отряд. И какие мотивы этой Пинской Народной Республики? Отделимся в пользу Украины. Люди хотят. Откуда у вас мой номер? Есть черная карта оккупантов и карателей. И тут у вас ваш номер телефона и ваш донос есть. Остановка общественного транспорта, неизвестный в белой кепке, белой накидке, разрисовывает киоск табакерка. Что он там наразрисовал? Расскажите. Мой донос? Что? Какой донос еще? Ну, донос в 20-м году был, в сентябре, 23 сентября, о том, что с вашего номера вот был такой донос, что кто-то разрисовывал киоск табакерка. Понятно. Было такое? Да не, не было такого. Вы что-то ошиблись, наверное. Так это, так а вы за Лукашенко? Да я за мир во всем мире. Да, так не хотите на войну пойти за Лукашенко? Куда пойти? На войну. На войну? За да, Лукашенко? Конечно. Да кто воюет за Лукашенко? За родину воюет обычно. Так а Лукашенко что, не родина? Лукашенко президент страны. Президент родины. А страна что, не родина, что ли? Родина, родина. Так, Александр Владимирович, больше так не делайте. Да. Хорошо? Как это так? Что как-то так? Ну как так не делать? Лукашенко это вообще самозванец. Нашли за кого воевать. Конечно. Ага, да. Фашист и самозванец, самый настоящий. Так, вот. А я вам. Так а вас как зовут? Меня Андрей Паук зовут. Андрей Паук? Паук Андрей, да. Паук. Паук это фамилия или псевдоним? Фамилия это такая. Фамилия, понятно. Это Пинскую Народную Республику хотите сделать? Пинскую Народную Республику, чтобы без Лукашенко управляться. Ага. Ну как на Донбассе? Поддерживаете Донбасс? Донбасскую Народную Республику? Ну, поддерживаете? Ну да, так там же там же администрация своя, армия своя. Мы вас министром вот, сделаем, министром обороны Пинской Народной Республики сделаем. Кого, меня? Да. Воевать умеете? А вы меня спрашивали про это? Ну, назначим, что спрашивать, люди захотят. По референдум проведем. Кто вам сказал, что я хочу быть министром обороны вашей Пинской Народной Республики? Нашей, нашей Пинской Народной Республики. Нашей, нашей, да, да. Ну что, вы власть не любите? Ясно, понятно, неинтересна мне ваша тема. Александр Владимирович, подумайте над своим поведением, больше не доносите на Змагаров, на этих святых людей. Это не донос называется. Ага, а как это почитайте называется? Конституцию. Ну тут написано донос. Конституцию, кодексы почитайте, да. Так а что их читать, если все равно они не исполняются? Там написано, что Беларусь демократическое государство. Что за ерунда такая? Ну так а что не исполняется? Свобода мнений, например, свобода собраний. Свобода. Ага. А где исполняется? В Литве исполняется. В Литве, да? Да. Польша исполняется. Так, может, США. А вы откуда? Из Литвы? В США? Да. Понятно, да. Я видел, как ваши США исполняют. Вон Иран, пожалуйста, пример. Мы осуждаем. Как хвастались. 600-тысячную группировку создали. Бомбили 30 дней. И в итоге ничего не сделали. Кошмар. Отозвали войска. Вот вам дело до Ирана. Вам вот в Беларусь тут рядом воюют с Украиной. Агрессором выступает, союзником агрессора Российской Федерации. Что мы будем делать? Как нам украинцы простят это? А чем это Беларусь выступает агрессором? Ну, ракеты летят с территории Беларуси. А ракеты летят? И вы лично запускали их? Ну, Лукашенко сказал, что две выпустили, как минимум. Сам признался. Так а почем выпустили ракеты? Откуда я знаю? А зачем выпускать туда ракеты вообще? Какое так дело нам до Украины? К вашему дому прилетела ракета, у вас на лужайке приземлилась. Какое нам дело до Украины, до суверенного государства? Я вам объясняю. Но? Если бы к вашему дому на лужайке приземлилась ракета, что бы вы сказали? Так не приземлилась вы и не прилетела. Сказали президенту, пожалуйста, запустите ракету, ну. Мне ничего не прилетало, не приземлялось. Почему я должен... Вот, поэтому к вам и не прилетело, потому что ракета была выпущена по позициям. Каким позициям? Которые направлены были на нашу сторону. Что там было направлено? Зачем? Комплекс, и зачем? Когда разворачивается... Ясно, все.
Александр Владимирович, не смотрите, не смотрите телевизор. Думайте своей головой, если есть чем думать. Хорошо.